То есть тут. Ребят, одно из двух. Тоже там, ну, когда ты ищешь работу там, когда-то тебе просто хочется в кино сходить вечером. То есть, ну, все зависит от наличия свободного времени, тоже, что тебе нравится. Знаете, на самом деле очень необычно, когда ты такой записал какой-нибудь типа вот FTL, да, на канале кто-то давным-давно, короче, и там за 2 недели после выхода видео набралось всего там 500 просмотров на этом видео, и ты такой: черт, ну людям не нравится, потому что реально там было 10 тысяч подписчиков, хак, что-нибудь записывает, там у него раз сразу 7 тысяч, короче, просмотров. А ты что-нибудь записал, и там всего лишь 500. Так, ну ладно, я такой говнецо, короче, пошел отсюда. А потом через 1,5 года опять смотришь это видео, а там вообще в топах по просмотрам в канале сидит оно. Ты такой просто смотришь, ой-ой. Смотришь и думаешь, что ну какого черта это вообще, что за фигня. Как я сошелся с Хагом и Сингсом, ну, дружили как бы. Как-то сошлись. Сколько по деньгам выходит канал, я вам не скажу. Потому что есть некоторые правила, которых нужно придерживаться. Про Гридленд я помню. Спасибо еще раз, да. Так, мне хотят, по-моему, отрубить что-то. Да, вот. Я вижу, что у меня интрудер на борту. Так, давайте автофай поставим. Сейчас у меня полетит ракета, мне будет очень больно. Да, у меня нет двигателя. Давайте быстрее их разрывайте. Ну, давайте, да, согласимся, то что-то мне больно. Я видел, ничего страшного, спасибо. Гридленд, даже сейчас. Это на Steam, я надеюсь, да? Чё-то на стиме нет этого. Ну ладно. Не повезло. Twitch вообще никак не связан с Ютубом. За сколько переваливает или не переваривает цифру, ну фига вам это надо. Вам это не нужно. Так что рассказывать про это я тоже не буду. Давайте вообще завязывать вопросами про деньги, потому что, ну блин, что за фигня. Я же здесь не этот, как его, не экономист сижу. Выдаю эти цифры по стране, сколько там картошки собрали, сколько урожая гречки в этом году собрали. Что за фигня? Сори, ребят, ну, в конце концов. Так. Если у нас работа, кроме канала, конечно, есть. Канал — это хобби, ничего более. Давайте щиты, что ли, подниму. Какая-то фигня происходит вокруг меня. Так. Да, у меня механическая клавиатура. Я... Это Razer клавиатура Black Widow, по-моему, называется. Мне ее подарили на днюху. Поэтому... Она у меня, кстати, была... очень давно. Еще буквально с момента того, как канал запустили. Очень давно. Но у меня была другая, такая эргономическая Microsoft клавиатура. Она меня, в принципе, всем устраивала. Но потом она немножко сломалась, она загрязнилась. В общем, ну, как бы пришла пора выкидывать. Я начал вот на это вот Razer клави играть. И мне понравилось. Я не хочу сейчас менять. Я недавно совсем залил ее кока-колой. Буквально стакан в нее влился. И она сдохла. Я даже хотел ее перепаивать, но потом она после душа пришла в себя дня через 3-4. Я был очень рад. О, как мне повезло. Но вот этот мне больше нравится. Дронер Каври. И вот этого чувака хочу. Он мне поможет в туманностях.
Давайте-ка этот чувак пойдет на вот сюда вот. Ой, мне Синкс написал Мур. Надо позвонить ему. One момент. Сори за звуки скайпа, которые... Во. Привет, чувак. Привет. Ах, какой ты громкий, постой. Ты очень громкий. А, я не виноват. Сейчас. Микшер громкости. Всем привет, ребят. Всем привет, да, всем привет. Ну-ка, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Вот, нормально. Так, там что со звуком, там, ребят, говорите в чат, если что-то не так пошло. Да, и покажи мне реал-тайм. Сейчас, минутку, я еще потише тебе сделаю, а то ты продолжаешь орать на меня. Так я на тебя всегда ору. Не зависит от громкости. Ничего страшного, сейчас я покажу тебе реал-тайм. Слушай, у меня к тебе вопрос. Чисто Да. профессиональный. Чат можете, короче, заткнуть уши, потому что да, чисто профессиональный вопрос. Смотри, короче, мне нужно на работе сделать какую штуку. FTP-шник, куда чуваки заливают файлы, но нужно добавить парочку доп. Полей к этим файлам. Я нашел. В смысле полей? Ну, там, смотри, допустим, просто файлы чуваки заливают на FTP, да? Ну. У них есть веб-морда для этого всего, чтобы люди скачивали это, Угу. эти штуки. И нужно добавить к этой веб-морде пару полей у файлов. То есть там это дата, ну, права, которые на первый этот тип прав, на что распространяется регион или вся страна, а второй это до какого числа права оплачены. В принципе, много веб-морд для вот этих FTP-серваков, но можешь Так посоветовать. связано А Да. ты хочешь это в файловой системе размещать информацию? Ты знаешь, мне все равно. База данных будет файл с тем, вообще все равно. Я просто хотел посоветоваться, как это лучше сделать. Ну, если это через веб-морду происходит, то никаких проблем с тем, чтобы использовать базу данных, для этого я не вижу. Ну, в принципе, да. Но у них сейчас просто есть прямое подключение по То FTP. есть зависит еще от файлов. Если, допустим, файлы позволяют метаданные к себе добавлять какие-то, да? По Вот, сути, то... тут говорят, что тебя не слышно. Ну, мы все равно работу обсуждаем пару секунд. А, ну ладно, да. Если у тебя файлы позволяют метаданные добавлять, то можешь в эти метаданные добавлять и потом с них считывать. Но на самом деле, если эти данные, по ним будет потом какой-то поиск, сортировка или еще что-то в этом роде, то лучше используй базу, конечно. Чешир Синкс увеличь. Да, я видел, спасибо. Нет, так что значит увеличить? Мне уже страшно. Потому что там сейчас какое-то самописное говно было. Вместе там, ну, там всякие солары используются, там. Ну, фактически все, что есть на FTP, запихивалось в солар и в базу данных. Разными индексаторами. Ну, Ничего тебе по этому поводу не скажу, потому что это... ты знаешь, что за люди работали у меня до меня. Там я не удивлен. Я только что проехал 300 километров. Сейчас Да ладно. в себя прихожу. Немножко. Ночью очень напряжно ездить. О, смотрите, мне дали ионного интрудера. Сейчас я сделаю тебе. Я не знаю, как ты погромче сделаешь, чтобы меня не оглушило при этом. Ну, устройство... А ну? Ну вот так вот, скажи что-нибудь. Что-нибудь? Ну, хорошо. Я могу микрофон попробовать дальше отодвинуть. Да нет, ты знаешь, Например, как? тут весь звук ты передаешь сразу через скайп. То есть или я оглохну, или они ничего не слышат. Ну хорошо. Так. Ты успел на квест слетать или нет? Посмотри. Я думаю, что мне придется потом с кем-нибудь сразиться. Да. Да, хотя, ты знаешь, там на грани может быть. Нет, там будет уже давно. Тут люди постоянно хотят знать, слушай, какие деньги мы с канала, короче, зарабатываем. Как, Ребят, какая вам разница, в конце? учитывая, скажем так, канал приносил немного денег совсем. И учитывая, что с курсом рубля тут проблемы были, а Google как бы это не российская компания, то денег стало еще меньше. Так что это не... Ну, во-первых, обсуждать это ниже смысла. Ну, я, в принципе, то же самое сказал, А что... во-вторых, ребят, забудьте, это хобби. Ну да.
Кстати, насколько я помню, в договоре с Ютубом был запрет на Да, нельзя говорить. Нет, на ну нельзя обсуждение. говорить сумму. Да. И намекать тоже. Так что. Ну, если мы скажем, у нас вообще ничего не будет тогда. Есть Вот, не нулевая да. вероятность. Я надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Ё-моё. Ты прикинь, что я вчера сделал, чувак? Я такой пришел с прогулки, да, по магазинам. Нет, чуваки, у меня наушники, они... Хотя, скажи что-нибудь, Стингс. Что-нибудь? Еще что-нибудь. Что-нибудь? А сейчас? Что-нибудь? Ну, можете даже погромче сделать. Вот так. Хватит с вас. Так. И думаю, я где-то часа где-то, ну, в 3 пришел, наверное. Думаю, дай-ка я поиграю, короче, в ТЛ. В 4 начал стримить. Ну, просто запустил стрим. Ну, чтобы он был. Да, я не собирался ничего стримить и так далее. А, тут пришли люди. Их стало человек 100. В общем, стрим длился 10 часов. Марафончик. Я недавно что-то похожее сделал, это очень утомительно. Слушай, мне кажется, тебя сейчас разнесут. Смотри, чувак, вот тебе очень хочется знать, да? Если ты уволишься с работы и станешь конченным задротом и будешь стримить что-нибудь на Ютубе, то да, ты сможешь прокормить семью. Ну, до Прям. поры до времени. Да, до поры до времени. Годика через 4. Не, что через 4? Смотря что стримить Смотря будешь. сколько у него семья есть. Это тоже. Что-то сейчас все О-о-о-о. плохо пошло, да? Ты, короче, не... У тебя только Надо. ионный бластер. Ё-моё, у тебя ничего нету. Ну это ж дрон, это Шенджи, чувак. Ужасно. Сейчас все хорошо будет. Если меня дрон мой не будет промазывать. Да дрон вообще может как... Не знаю, ладно, я не буду... Ага, то есть мы скоро начнем опять подбирать слова, как ты проигрываешь. Так более, скажем так, более нормальной форме. И как? Вчера прошел хоть раз? Да, вчера много проходил, а сегодня вот на нормале сначала поиграл, но что-то как-то не пошло, вообще не пошло. Дальше второй сектор не улетел. А когда Мне кажется, один. надо тренироваться на каких-нибудь имбо кораблях на нормале Ты знаешь, сначала. да, вот на нормале я за начальный корабль Layout B, который могу дойти до конца. Ну вот видишь, тебе надо просто понимать что уже Смотри, более, мне. какие Да. более критичные вещи есть. Например, типа там щиты лучше сначала, или оружие, или там еще Ну, что-то. да, там, смотри, На там грани так. у кораблей, да, у всех есть какая-то фича, сильная сторона, которая вот именно вот ихняя. И если ты этой сильной стороной можешь нормально играть, то это прям для тебя корабль. Ты им пройдешь. Да, Если ты. надо смотреть, что где усиливает. Допустим, вот что у Энджи усиливает, если ты вот вкачаешь до максимума что? Ну, то есть, скажем так, Дрона. срезонирует. Это дрона. Дроны. Но у тебя только один комбат-дрон, да? Сейчас, слушай, у меня звук скачет постоянно, я не понимаю, что ты мне то очень громко, А поставь в то очень тихо. Стиме калибровку, чтобы не было. В стиме? Ой, в Стиме, в Скайпе. Из меня сказывается. Сейчас, да. Дорога на мне немножко. Надо реально Сейчас. сидеть. Минуточку. Настройки. Что тут у нас? Настройки звука, да? Ну ладно. Это твой микрофон. Ну-ка, скажи что-нибудь. А что-нибудь Еще? Ну еще? просто скажи, расскажи Ну, стих. а если мишки были пчелами, то Все, они бы хватит, все. все. Наверное, единственный стих, который я запомнил. Чуть-чуть. Я посмотрел на ботов, которые есть для Твича. Боже, какие они все ущербные там. То есть ты берешь любую функциональность, и она наполовину только от того, что ну, действительно было бы круто. Меня это очень удручает. Надо, походу, исправлять эту ситуацию. Даже этот найтбот, который использует те же риоты,
еще кто-то, или там Мубу, вот не помню, короче, вот любой из них, он реально